Добрый день, друзья, с вами Егор. Мы продолжаем прохождение игры A Plague Tale Innocence. Сказка о Чеме невинной. Итак, закончили 10 главу. Давайте продолжим 11-ю. Жить. Под названием Жить. Сейчас мы посмотрим, что там у нас с секретами. Ну, тут один гербарий. Она, видимо, глава небольшая. Так что ролик будет небольшой. Ну, давайте продолжаем. Жить. Великий инквизитор Виталий тоже ищет книгу, однако Амиция успевает выкрасть книгу прямо у него из-под носа. Ей помогает Родрик, юный кузнец, которого девушка освобождает от инквизиторов. Они вместе относят фолиант в шато Домбранж. В общем, фолиант это этот книга. Относят Домбранж. Видимо, к Луке. Ну, он алхимик. Пусть читает. Смотри. Они идут. Амиция! Амиция! Так ты достала? Держи. Ну предупреждаю, от нее пованивает пленным. Родрик. Только... Про что эта книга? Она про маленького мальчика, который скоро поправится. Так, я помираю с голоду. Кто-нибудь еще хочет есть? Тогда к столу. Думаю, мы это заслужили. И ты тоже. Уже иду. Пам-барам-пам-пам. Это снег или что это? Непонятно. Пух какой-то. 3 недели спустя. Угу. Декабрь 1348 год. Нормальный ход. Ты что, мишень такая? Нет, 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 да чтоб тебя, это плохо. Эй, ты в порядке? Пустяки, слушай, а эта дверь? Вы ее когда-нибудь открывали? Ее заклинило, это единственное место в шато, куда мы еще не заходили. И ты не хочешь посмотреть, что за ней? Хьюго спит. Попросите Родрика открыть дверь. Сейчас попросим. Надо посмотреть тут. Может какие-то ингредиенты есть. Тут тоже типа открыть. Или что это за... Закрыто. Ну вот. Веревочка. Это, конечно, не стражник инквизитов, но зато я смогу продолжить тренировки. Смаваши. Бахнуть. Давай узнаем. Это я умею. Ломать не строю. Весьма решительно. Изучите коридор. И почти безболезненно. Ладно, идем. Давайте изучим коридорчик. Так, что-то есть. Ого, чувствуешь? Нет, что? Когда заходишь куда-нибудь, где долго никого не было, есть в воздухе что-то такое. Да, пыль. Нет, я про камни, ты будто влезаешь в их беседу. Здесь я это впервые почувствовал. Почувствовал. Ямба. Блин, серый тоже маловато. Что-то вообще материалов у меня по нулям. That looks dangerous. Выглядит нехорошо. Давай-ка попробуем открыть дверь. Очередная дверь. Идем дальше.
да никак. Давай, ломай. Посмотрим, что там такое. О, это внутренний двор. Отлично. Тут еще есть даже этот. Нам он, в принципе, не нужен, но так глянем. О, кстати, чуть не забыл, я тут нашел кое-что, пока тут убирался, взгляни-ка. Очередная сказка про камни? Почти угадала. Что там нашел уже? Так. А что тут? Тут что-то есть. Спиртик. О, спирта хоть. Вот. Амиса, иди посмотри, тебе понравится. Да подожди сейчас. Сейчас иду, блин. Не торопи коней. Ого, ё-моё. Фига там, блин, глубина. Тут вон ингредиенты есть. Материалы. Немножко подсобирать. Да пух какой-то, что ли? Что ты делаешь? Ты хоть представляешь, сколько я тут все расчищал? Вот уже, блин. Так. Я тебя не заметил. Должно быть, скрывался. Может, он поднимет Хьюго настроение. Не беспокойся, он сильный парень. Алеандр. Я знаю, ты прав. Ну вот, а. Один гербарий. Нашли и все. А там немножко осталось диковинок. Подарок. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Что он хотел показать, я так и не понял. Блин, тут ингредиенты надо или эти материалы поискать. Вдруг тут что-то есть. Вон, блин, смотрите, спирт, по-моему, стоит. Капец. Че, его пропустил, что ли? Хотя спирт мне нафиг не надо, ё-моё. Что ты делаешь? Так, а что мы можем тут создать? А, гасит огонь. Ну ладно. Пусть будет. Да подожди. Сейчас это надо тут подсобирать немножко. А то сейчас по сюжету пройдешь, а потом все. Вон, видите? Селитра. Так, тут яма какая-то. Вот еще что-то. О, инструменты, ну, нормальные. Сейчас все брошу и, блин, к тебе ломанусь. О, фреска. Она выглядит удивительно. И на ней есть символы тех самых колонн. Замок, кажется, хочет что-то нам сказать. И что он тебе говорит? Я все, конечно, не понимаю, но мне кажется, что здесь с нами все будет хорошо. Миссия. Быстрее, Хьюго. О нет, бегу. Нужна моя помощь. Я позову. Быстрее, быстрее.
встретиться с Лукой. Но музончик такой, знаете, тревожный. Короче, с Хьюго что-то там уже меняется, наверное. Вот жиза же. Так, а где я спрыгивал? А, вон он. I should go and see Hugo. I'm here, Lucas. Quickly, Hugo, please. Так, сейчас я гляну еще. Успеем, Хьюго. Ну, ничего нет. Ему все хуже. Макула прогрессирует слишком быстро. Я вижу, Амиция, и я делаю все, что могу. В смысле, я пытаюсь сделать все так, как написано в книге. Но на это нужно очень много времени. Мне нужна нормальная лаборатория. Как у Лаврентия? Нет, нет, гораздо лучше. Но может у мамы дома? Возможно, у нее там что-то было. Ты права, стоит попробовать. Опять назад возвращаться домой. Амиция, Лука. Бедолага. I believe your twins are back. Похоже, твои близнецы. You found him. Ты нашла его. Скорее мертвого, чем живого. Ну да. Амиция, мы пришли, потому что... Ладно, Артур, расскажи ты. Да, после нашего маленького приключения с твоими дружками, которые обижают жащи еретиков. Инквизиторы обожают жащи. Поймали меня и посадили в клетку. Как стражники ведут одну пленницу, она выглядела просто ужасно. Эти ублюдки требовали, чтобы она сказала им, где ее сын, угрожали ей. И я слышал ее имя. Это мать, наверное. Беатрис Дерун. Мама жива? Она жива, слушай, ты же смогла вытащить Артура. Поверь мне, это было непросто. Ну, так быстро, извините, невозможно даже рассчитывать. Она слишком важна для великого инквизитора. Он ее постоянно допрашивает. Они пытают ее? Хьюго не должен об этом знать. Даже о том, что она жива, это придало бы ему сил. А что мы скажем, когда он захочет ее увидеть? Не говори ему ничего, хорошо? Там уже услышал, сейчас его увидишь. О нет, Хьюго, Хьюго. Это следующий порог. Мы должны пойти в мой дом, сейчас же. Ходите вы, а мы побудем с ним. Все будет хорошо, милый брат. Клянусь тебе, мы тебя вылечим. Ладно, я возьму и парочку зелий, и можно отправляться. Капец. Все, ребята. Спасибо за просмотр, до следующей главы. Всем мира и добра, удачи!